На совещании Анатолий Пахомов подчеркнул, что все городские службы получили хорошую практику во время Олимпийских игр, поэтому есть уверенность, что в период проведения королевских гонок коммунальных ЧП также не будет. Дорожников тоже обязали работать в усиленном режиме. Глава города потребовал обеспечить порядок и чистоту на трассах курорта. Обсуждали на планерке и текущие вопросы. В частности, речь шла о передаче городу ряда объектов так называемого олимпийского наследия. В их числе вторая очередь бзугинских очистных сооружений и рекультивированная свалка в Адлере. Говорили и о необходимости замены устаревших остановочных комплексов. В городе их осталось еще более 70. В течение года установить эти остановки, о которых он говорит. Хорошо? Поэтому проработайте с Алексеем Владимировичем. С Алексеем Владимировичем проработаете, программа это будет или что. И выйти на сессию городского собрания, ну, имеется в виду уже в этом бюджете, первом бюджете, чтобы это было. Потому что планово нужно заменить остановки. Чтобы заменить остановки, необходимо 11 миллионов рублей. Вообще, по данным администрации города, за время подготовки к зимним играм уже заменили 300 остановочных комплексов.